Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума вот-вот может одобрить введение наказания за неоплаченный проезд по платным автомагистралям. Интересно, что авторы инициативы смягчились. Вместо 2500 рублей штрафа они предлагают уже 1500 для водителей легковых авто. Для шоферов-грузовиков сумма снижена с 5500 до 5000 рублей. Связано это с тем, говорят народные избранники, что система будет внедряться впервые. Постепенно размеры взыскания можно увеличивать. Трасса 101. Пандемия коронавируса, которая держит нас в страхе. Ну а почему бы не бить в колокол по поводу другой эпидемии? Эпидемии пьянства за рулем. За 10 месяцев этого года сотрудники ГИБДД задержали по всей стране почти 400 тысяч нетрезвых водителей. Более 20 тысяч из них были пойманы благодаря бдительным гражданам. Всего они помогли привлечь к ответственности 270 тысяч нарушителей правил дорожного движения. Трасса 101. «АвтоВАЗ» опубликовал фото обновленного «Лада Ларгус». Как и ожидалось, машина получила переднюю часть в фирменном X-стиле. У нее другой капот и другие фары, позаимствованные у «Renault Logan» второго поколения. А вот от «Дастера» автомобиль получил переднюю панель и прочие элементы интерьера. Продажи рестайлингового «Ларгус» должны начаться в первой половине следующего года. Сейчас модель стоит минимум 654 тысячи рублей без учета скидок. Трасса 101. Составлен очередной список наиболее ликвидных моделей легковых автомобилей. Эти машины спустя 3 года после покупки в автосалоне теряют в стоимости меньше всего. По данным агентства «Автостат», первое место принадлежит Hyundai Creta, который сохраняет около 90% изначальной цены. На втором месте Mazda CX-5 – 88% и Mazda 6 – 85%. Также в пятерке с показателем более 80% – Toyota RAV4 и Renault Sandero Stepway. Трасса 101. Одна из американских компаний запатентовала необычную подушку безопасности для автомобиля. Срабатывая, она полностью обволакивает водителя или пассажира. Человек оказывается в своего рода коконе. Выстреливает устройство не из одного места, а сразу из нескольких. Сколько стоит данная технология и будет ли она внедряться серийно, неизвестно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.